Всем привет, любители Ютуба, и добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки GTA San Andreas для мобильных девайсов, то бишь на Android. А с вами я, Рэчик, и в принципе, давайте же, как говорится, продолжим играть в эту игрушечку. Итак, возобновить нажимаем, да? Так, а мы сгоним как тише. Нормально. Итак, ребятушки, да, сейчас, короче, прогрузится эта грузка, и мы начнем уже сразу с миссии. Начинается миссия. Решил сбросить. Слышь, полегче, мелкий, мне тяжко пришлось. Хочешь за руль? Да, конечно. И давайте я вам объясню. Я, короче, тут миссию немножечко посмотрел, да, то есть, и, как вам сказать, сценку. И там, короче, мы сейчас погнали за этими... Как-то его к баласам. Вот. Почему нам. Зачем нам идти к баласам, к нашим врагам? Так как у них вот как-то его всякие эти разукраски на этих на стенах фиолетовым цветом, да? Не знаю, каким там у них цветом должно быть. И мы должны их перекрасить, что ли. Вот, ребята. И давайте же сейчас вот свернем. Ой-ой-ой. Не в ту сторону свернули, кажется. Так, отлично. Вот, как раз, да, отлично. Ты на Шухаре, а я перекрашу. Ага, Гроув Стрит. Наверное, осталось еще два граффити. Ладно, чел. Вот, я, кажется, вижу один из них. И что, меня напрягать? Окей. Надо перекрашивать нам, что ли? Так. Где еще один граффити? А, вот он, граффити. Или как они там их называют? Так. Перекрасить. Ништячок. Так, вернитесь в машину красавчика. Вот как его зовут, красавчик, точняк. Так, садимся в машину. Так. Отключил Лос-Сантос. Погнали. Так, едем теперь еще какое-то место. А, на районе Баласы. Да, точно. То есть мы сейчас будем просто как бы не на районе Баласы. Ну, все похоже на район Баласов, но это не район. Короче, там, где мы проходили прошлую миссию. И вот они, кстати, эти Баласы, фиолетовой одежде. И где-то сейчас мы... Блин, ну, чувак, научили тебя это. Пробки будут. Так, давайте-ка вот как-то так вот по-прямому проедемся. Так, аккуратнее, не надо. Ля-ля. Ты работа тут, а я поеду потружусь на другом районе. Ну окей, чувак, хорошо. Одно граффити перекрашено. Так. Так, вот и другое, давайте сейчас сгоняем. Только тут балансом, здесь они меня не убьют. Фиолетовые члены банды, Балас, они ваши взгляды враги. Так, а что мне делать тогда теперь? Сейчас пробки стоят, давайте. Не буду мешать мне ездить. Ну ладно, как хотите. Давай, да, их убьем, что ли, чему? Дробашом, точняк. Мы отсюда не сможем замочить, что ли? Отлично. Так, идем к отметке какой-то там. Так, вот они тут лежат. Все, пускай лежат, валяются. А мы дальше. Дальше пойдем про... И меня что-то залагало, ребята.
чем я залагал? Так, все нормально. Так, и теперь надо как-то вот проникнуть, что ли. Ага, вот как. Угу. Так, и что теперь? Так, нет, нам нужно где-то вот... Ага, вот мы граффити. Нет, 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 не сюда. А вот наша машина. Карл, садись в машину быстрее. Окей, садимся в машину. Давай-ка обратно нарвём Си-Джей. Окей. Мы разучились за все эти серии ездить. Так, все нормально, едем. Вы серьезно, и что мне теперь делать? Так, вот-вот-вот, заезд вроде. Сейчас как-то заезжаем, ребята. Неплохо. Все, отлично, заехали. Все равно, что на велике, то лучше. Ага, начинаю вспоминать. Как у тебя дела с братом? Ну, с бабл... А, нет, с баблом. Вдруг все бабло отобрали. Ты возьми там у кого-то там так, я не знаю у кого. Еще перечесть. Че? Еще увидимся. Поставь оценку GTA San Andreas, если я... Нет, не хочу. Ага, значит, он за месяц дают деньги, наконец-таки. А что, неплохо. И давайте уже сразу же сохраним игру. А мало ли, что, может быть, какой-нибудь баг будет, и у нас... Не сохранится игра, как бы мы успеем сохранить. Мы не смогли сохранить игру тем временем. Так. По сути, каждой миссии я сохраняю. По сути. Итак, Гантон, ребятушки. И нам звонят. Карл, это офицер Эрнадзе. Офицер Эрнадзе. Я был с Темпани Пуласки. А, это ты, сучка, какого черта тебе надо? Слышь, паренек, давай-ка поуважительней. Иди нахер, ты всего лишь их, сучка. Парень, то смени. А теперь слушай, офицер Темпа не просил передать тебе кое-что. Даже не пытайся сбежать из города, это было бы большой ошибкой. Слышь меня, надо сбежать за тобой, сучка. Как скажешь, козел. Окей, окей. Итак. Что ж, погнали. Зачистка района. Чувак, нужно оставаться в игре. Все давно положили на район. Я нет, только и делают, что только дурь таскают. Это развалит нашу банду. Не знаю, как оно, народ. Что как Сиджи, как сам. Все, что им надо, это дусь. Приезжай, эти лохи, не солдаты, эти идиоты, которые пытаются быть нормальными. Да, они с нами, чувак, они с теми, у кого... Чё, Си-Джей, сгоняй туда и покажи всем, кто кукует. Баланс тебе до наших наркоту. Не давай им. Мы покажем. Но надо с ним, чувак. Да, ты прав. Мы с радостью не займемся. Слышь, да, они просто без... Не будь наивным, друг. Папа. Нет, он и наш кореш медведь. Реально бы нас усилили. Ух ты, большой медведь. Ну все, тогда этим толчком точно. Капец. Слышь, отсюда до Бит-папы. Тут машина двоилась, блин. Ну ладно, садимся. Гоу, садись. Райдер. Ехали.
по городу. А тут, кстати, ребята, сорян, тут, кстати, близко. Блин, я сейчас слезились глаза. Так, выходим. Помедленнее, дурила, ты же знаешь. Да ладно, чувак, здесь. Да-да, здесь. Открывай! Вот ты еще тут что-то живет? Дурила, кого оружие? Открывай! Че еще за фигня? Сиджей, какого хрена тебе нужно? Проваливай! Погоди, нигера как же брать? Это навек. Район, это ведь самое важное, кореш. Тебе никогда не понять, что значит за... Так, знаешь что, уважаемый? Вали отсюда нахер. Большой медведь, тащи сюда свою задницу. Эй, большой медведь. Большой медведь, корешок. Как раз на районе. Ты те. Не, медведя. Так, большой медведь. Нет. И все? Все, все. Впереди начинает орочить толчок. Че ты, чувак? Медведь, какого хрена? Забей, Сиджи. Все иногда не прочь повеселиться. Слышь, гадон, валяться да нафиг. Пошел, нигер. Райдер такой посмотрел, что типа пардак, блин. Теперь ясно, о чем говорил брат. Если Крэг прочитал то, что он может сделать. У нас в городе на углу любители хмурого, да торчки бесит. Ладно, разберемся как-нибудь с ними. А вот и наши, так. Избить наркодилера. Давай, здесь. И разве так посмотрел, типа, так, пока никого нет, я пока всех сейчас всех замочу, просто тупо. Так, ну давайте, как-то вот там музыка-то. Объехать. Опачки. Смотри, кто-то впаривает дурь нашим пацанам. Да погнали, чё, избьём его. Давайте его избьём просто, типа, и всё. Блин, я знаю этого тварь. Народ раньше тусил со старшим Балас и Олдвуда. Это хата прямо тут, за железкой. Нанесем? Это разве не территория Баласа? Слышь, ты чё, куш? Не, я в деле, братан. Возьми себе ту биту. Так, взяли биту и можно теперь дальше что ли идти, да? Сколько мы снимаем-то? Всего 13 минут вообще у нас. Знаете, сколько времени на этих... На эти видите? Итак, погнали. Так, идем. И почти прошли. Да, Крэковый район, притон, чуешь за километр. А я, давай постучим за дверь и представимся. Так, ну давайте я с узилкой постреляю хотя бы один разочек. Тук-тук, кто там в теремочке живет? С улицы Гроув Стрит пришли, все в порядок? Хрен задницу этим уродом. Убегаем. Сука. Сейчас убьют. Да как-то этих тварей замочу. Так, и этого гасим. Не хочу тратить лишние патроны, там, в принципе, он не защищается так-то сильно. Все, всех замочили. А, нет, тюлка осталась. Ой, сорян. Так, давайте выберемся отсюда, чтобы нам не мешал этот... как там его, Райдер? Так, Айдлвуд. Так, все, теперь Баласы получили это заслугам.
И теперь мы спокойно можем сесть в нашу машину крутую. Вот, садимся, ребят. Давай. Поехали, ребята, и все. Дорогие друзья, сейчас мы доедем и пройдем, наверное, эту миссию, на мой взгляд. Теперь Дрю не буду торговать на каждом углу. Надеюсь, нашим пацанам это пойдет на заслугу. Теперь Гроу встанет на ноги, по-любому. Бывай, братан. Итак, авторитет прибавлен. Музыка такая прикольная в GTA-шке. В Сан-Андресе я имел в виду. Ну, в GTA-шке, а именно в Сан-Андресе. Итак. Окей. Эй, чё лоханулся? Так, окей, давайте пойдем туда, что ли. Итак. Вот уже темнеет, и я люблю проходить миссии в темное время суток. Автокафе. Райдер, как сам-то? Уважение, красавчик, как деньги? Надо заработать. Ты что, хочешь сказать, ты меня не уважаешь? Я хочу сказать, что... Брателло, говори мне. Жрать охота! Ёлки-палки, блин. Что за дело? На этом хлебе не прожить. Знаю, пробавал. Худой ты такой, Карл. Даже голодный небудь. Слышите, братаны, что будете есть? Только опять мне, так, а, курицу из базара. Слышь, не хочу курицу. Окей, Карлой, за руль. И вот бы все четверо, все наши четверо главных героев едут в какое-то автокафе, где мы будем жрать. Ну что, неплохо, неплохо. Прям паровоз прям так сказал. Ой-ой-ой, ребята. А, я чуть не врезался. Ой, сорян. Да куда ты? Итак. Там паровоз стоит. Что будешь заказывать? Карл, а ты что будешь заказывать? Мне 9 номер жердяй. Мне 9, как ему. Мне номер 6 и соус. Мне 2 девятки и 1 большую девятку. 1 6 номер с соусом. Номер 7. 2 45, один из них с сыром и большой напиток. Не, ну не удивлено, почему паровоз такой жердяй. Извини, братишка, ты ж понимаешь, мне надо выяснить про маму. Да, знаю я, Сиджи, знаю. Просто стараюсь об этом не думать, вот и все. Я даже не знаю. Нифига, у них там коробка такая здоровенная. Ладно, поехали, наверное, домой, назад. Эй, а у нас, кажется, терки с местными придурками. Не в нашу холодную жратву. В отличие от тебя, из мусорки не сразу видно. Ой, блин, да не надо, мусорные баки. Передай-ка, ребят. Эй, смотрите, нас спасут. Райдер, черт возьми, балласы! К нашему району двигаются. Ложись! Я сейчас так замочу нафиг. Гасите их. Че, остановился-то? Гасите. Да это звук был надо. Паровоз, ля, я как раз... Давай, давай, давайте, ребятушки, сейчас мы этих тварей замочим. Давай, 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 гасим, гасим, гасим. Блин. Гасим, гасим, ребята, их, гасим. Опачки. Все, они в ловушке.
Блин, валите отсюда, козлы. Что они тут делают? Это все не их место. Бежим! Все, едем в дом красавчика поскорее. Стопай, стопай, стой, 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 я, кажется, знаю, что мне делать. Это же патроны? Слушайте, это реально патроны, я слышал, что это патроны, это правда, слушайте, круто. Так, обратно в машину садимся. Вот так этим балластом и надо, а я думаю, мы просто сгоняем в кафе и покушаем. Так, ну что? Да, отлично. Плюс один в пользу Гроссери. Неужели, Брос? Все, что ты сделал, так это стащил мою жрачку? Ну да, она же оставилась. Зайди. Нет, дядка. Сиджей, подросишь? Ладно, пора успеть. А вот наконец-таки мы увидим дом паровоза. И вообще, где живет этот паровоз, мы ничего ни разу не видели. Очень интересно знать. Поэтому погнали, ребята. Так, едем. Я не буду диалоги, когда я езжу, потому что это отвлекает меня, и когда это меня отвлекает, я все время врезаюсь что-либо и где-либо. И чуть серьезно, это же может быть почти как место, где балласт. Почти. Спасибо, Карл, мне очень тебя не хватало, дружище. Спасибо, друг. Вот бы красавчик тоже так считал. Джей, это он не нарочно. Он все еще может... Держи, покури, чутка паровоза. Паровоза у Курева. Расслабься. И нам дали снова же 200. Так. Ну что ж, ребята, уже 20 минут снимаем. И, наверное, закончим сегодняшнюю серию один в один с машинок. И чтобы с вами попрощаться. Если вам понравился этот данный видеоролик, то обязательно поставьте лайки. А также подпишитесь на мой канал. И ждите новые видео по GTA San Andreas. И вот уже мне пишет кто-то какую-то фигню. Давайте сейчас же ответим. Да, привет, сиджей, красавчик. Я хочу дело. Если ты не будешь уважать свое дело, тело, никто тебе не будет жить. Ты слишком худой, сиджей, тебе надо нарастить мышцы. Если бы я хотел, чтобы мне попали на мозги, я бы купил. Просто главное... Ага, думаю, да. Я хожу в спортзал. Ладно, окей, спортзал. А, все ясно. Как это пропустить? Все, буду знать. Все, давайте. Грузка-загрузка, блин, сейчас какая-то миссия, небось, начнется сразу же. А, нет, нормально. И, так, машина здесь. Итак, ребят, да, как я и говорил, всем спасибо за просмотр, потому что посмотрели этот данный видеоролик, как я до того еще говорил. Подписываемся, ставим лайки, а также оставляем комментарии. С вами был я, Рэчик. Всем спасибо, всем пока, любители Ютуба. Пока!